В январе 2020 года мы ограничим сбор данных при просмотре контента, предназначенного для детей, как того и требует закон. По этой причине в таких роликах станут недоступны некоторые функции, например, комментарии и уведомления. Примечание. В течение следующих нескольких месяцев вы можете замечать небольшие изменения, так как мы будем тестировать и улучшать наши системы. Самое важное изменение состоит в том, что, в соответствии с законом SOPPA и другими действующими законодательными актами видео, адресованных детской аудитории, будет прекращен показ персонализированной рекламы. В результате доход некоторых авторов может снизиться. Мы понимаем, что новые правила могут привести к различным неудобствам, но перемены необходимы. Такой подход обеспечивает соблюдение SOPPA и других действующих законов. Ниже приведен список функций, которые будут отключены в контенте, предназначенном для детей. Видео и прямые трансляции, предназначенные для детей. В соответствии с законом США о защите личных сведений детей в интернете и другими законодательными актами, с января 2020 года мы начнем отключать в видео и трансляциях, предназначенных для детей, следующие функции. Персонализированная реклама. Комментарии. Спонсорство. Логотип канала. Кнопка